Ведется работа по увеличению количества коек для стационарного лечения заболевших коронавирусной инфекцией внебольничной пневмонией. Также на заседании оперативного штаба были даны поручения по усилению разъяснительной работы среди граждан по соблюдению санитарных норм, по проработке вопросов введения штрафов за их нарушения в общественных местах. Также МИДу поручено ускорить вопрос поставок вакцин через дипломатические каналы. Мы связываем увеличение, в первую очередь, это появление новых мутированных штаммов и тотальное несоблюдение населением элементарных средств профилактики. Это ношение масок, соблюдение гигиены рук, физической дистанции. И третье, низкая социальная ответственность населения перед самим собой и, конечно, окружающих.